Глава МВД Ахмеджанов на заседании Кабмина рассказал, как можно бороться с семейными дебоширами, не наказывая их семью штрафами, ведь штраф идет именно с семейного бюджета. Поэтому МВД предлагает привлекать таких лиц к общественным работам и привлекать именно к непопулярному труду – подметать улицы. В развитых странах агрессор не платит штраф из семейного бюджета, не изолируется от общества и, соответственно, не теряет основную работу. А перспектива убирать мусор бесплатно несколько недель является хорошей мотивацией держать себя в руках. Мы именно хотим по сфере семейно-бытовых отношений вот, агрессоров заменить вот, предупреждение на общественные работы, чтобы привлекать их к уборке улиц, других. Ну, фронт работы акимат должен обеспечить. Также МВД предлагает регистрировать дело без заявления. Сейчас требуется личное заявление жертвы для возбуждения административного судопроизводства. Но, будучи в зависимом положении от насильника, она чаще всего отказывается от этого. Декриминализация мордобоя, за что боролась МВД, привела в итоге к упадку репутации полицейских. Ведь когда полицейские приезжают на вызов по домашнему насилию, они ничего не могут сделать, кроме как провести беседу с агрессором. Таким образом, у дебоширов атрофируется страх, говорит глава МВД. А женщины не обращались в полицию, так как не хотели сажать отцов своих детей в тюрьму. 90% женщин, они не хотят, чтобы были осуждены их мужья, а именно хотят коррекцию их поведения и реакцию со стороны государства, чтобы адекватная реакция была. По данным МВД, 100 тысяч сигналов о бытовом насилии поступило в полицию только с начала года. Причем по 60% из них полиция не смогла принять меры, так как по приезду на место происшествия потерпевшие отказывались от подачи заявлений. Как результат, безнаказанность порождает вседозволенность, заявил министр.